Ну, давайте продолжать. Я в эту игру наиграл уже 50 часов. Скажу честно, она начинает уже немножечко поддушивать, потому что, ну... Окей, ладно. Теперь она меня не поддушивает. А куда мне за воздухом-то идти? А, вот здесь, да? Ну так вот, она немножко поддушивает тем, что не привносит ничего нового. А, так это бы... Это обыкновенно эти все. Ну, давай, втащим. Единственное, может быть, ну... Стоит получше углубиться в какого-нибудь инженера. Ну, проблема в том, что мне инженер не очень нравится, как класс. Я за Софу играл. Такое себе. Ржавопокалипсис сегодня. Воздаяние планирует наполнять предметы с поверхности концентрированной ржавчиной и использовать их для заражения стимботов. Если команда поспешит, она сможет перехватить предметы до того, как их заразят. Соберите эпическую добычу до того, как она заржавеет. Окей, давай собирать. Так, кем повоюем? Ну, давайте Уэсли, хорошо. Допустим. Что у тебя там, шестереночка появилась еще одна? Ну, давай тебе скорость повысим, чего бы и нет. А, подожди, ты у нас снайпер? Кто это такое? Нет, у нас ракетчик. Вот ракетчик. Ну ладно. Так, давайте возьмем бекона. Ты у нас почему-то подрывник, но давай-ка я лучше дам тебе новую суперскую снайперку. Так. А, вот оно в чем дело, да? Ай, хрен с ним. Ну хотя не, это бред. Давай уж оставайся тогда подрывником. Будем тебя качать. А чё, кого можно было бы качнуть, я не понимаю. Так, из кого сделать снайпера? Соло, вообще за неё не играю. Чем не подрывник? О, по! По! Лазутчик 5 уровня. Почему бы и нет? Так. Ага, ты была подрывником. Но теперь ты не подрывник. Так, 8 шестеренок. Раз, два, три. Или... Да, лучше вот это. Так, с подрывника все взято. Ну, давай ТП-шку, окей. Она может. То есть, я сменил ей статус, но она все равно может носить три вещи. Это очень хорошо. Это просто восхитительно. О, сейчас ты вообще быстрющая будешь. Что? Есть что-то лучше? Что это? Уровень 6, а тут 8. Вы смеетесь? Это смешно. Так, окей, подрывник, лазутчик и снайпер.
Давайте попробуем. Воздаяние собирается отправить наверх пропитанные ржавчиной вещи. Там наверняка полно ржавчины, но постарайтесь действовать побыстрее. Мы не сможем использовать предметы, если они насквозь проржавеют. Я скоро вернусь с чем-нибудь ценным. Мы удвоим усилия, капитан. Удвояйте, удвояйте. Черт, похоже, они держатся добро под замком. Здесь можно открыть только изнутри. Судя по плану базы, придется сделать хороший крюк. Хорошо, нам это по плечу, команда. Откройте хранилище и заберите ресурсы, пока они не пострадали. Так. Как? Раз. По-моему, это очень плохая идея, потому что от него идет этот крип, заражение этому датское. Так что давайте-ка для начала сделаем так. Кстати. А, ну на это потребуется очко. Лучше уж тогда вот таким образом сделать. Один хп, серьезно? А что так мало? Ой-ой-ой. Это свободное действие, это очень хорошо. Так, иди-ка поближе тогда. Раз ты у нас свободно действующий такой. Уэсли, тупое ты создание, бесполезная тварь. За это ты пострадаешь. Потому что повел себя как мудак. А, окей, что там дальше? Наверх, да? Ну давай, шуруй наверх. Там виноват. Ублюдство. Ну что это такое? Не за того это сделал. Идите в жопу. Хотя, может быть, лучше за тебя, кстати. Ну-ка. Так, давайте так сделаем. Так сделаем. Там много урон нанесется. А-а-а, точняк. Есть же еще двойной выстрел. Годно. Я думаю, вот отсюда попаду. Вот и все. И всего делов-то. Ага. Он начинает трансформацию. Я не дам тебе это сделать, сучка. Катя, ты же можешь просто вот так вот взять и одного из них снести, правильно? Правильно. Так, ну встань куда-нибудь сюда.
чтобы им пришлось спускаться, чтобы по тебе попасть. Слушай, а может быть По сможет отсюда как-то насечь по врагу? Давай попробуем. Ну-ка. Что это, что было? Да ну было же! Тварь! Ну было же! Ну я же прям вот ударил, когда линия попадала по... Линия прицеливания попадала по противнику. Вот ублюдки. Ну, скоты, мерзавцы. Ладно, ладно. Так, а мне получается теперь надо за По обязательно убить противника. Ну, вообще это не должно составить труда, правильно же? Сейчас давай сюда. Ёб твою мать! Это составило труда. Ладно, давайте назад. Бесявенько. Почему ты выжил, тварь? Мне кажется, это очень мудацкая система делать вот такую штуку. Типа, попадешь, не попадешь, вот высчитывать глазом. На кой хрен это надо? Просто какое-то мудачество. Как же мне сейчас вот жжет задницу из-за таких моментов. Зачем-то дергание придумали вообще. Вы издеваетесь надо мной? Я не понимаю. Что это за бред? Почему? Угу. А, ну естественно. Тут уже никак, да. Тут срань. Окей, пусть будет так. Можно просто завалить противника и все. Спасибо большое. Я так рад. Давай-ка за По. Ну окей, вставай сюда. А ты тогда вставай вот сюда. То есть противнику до нас еще добраться надо. Да и насрать. Вот правильно, поближе ко мне. Родные мои. Тварь. Ой, ты, кстати, можешь выстрелить.
Как же хорошо! Получилось очень неплохонько. Ты же не попадешь сейчас на эту слизь, я правильно понимаю? Попала, тупая тварь. Вообще такая овца. Ну я такая овца. А что вот это такое? Нормально у вас здесь. Ну, начнем с обыкновенного хэдшота. Сука. Мимо. Господь. Так. Так, мистер Уэсли. Давай сделать красиво. А именно вот так. 7-9 урона. Так, ну в целом получилось неплохо, мистер Уэсли. Давай свободным действием. Попробуем кого-то добить. Это можно разнести. Давайте же это разносить. Атаку, если ваша основная атака разломала хотя бы одного врага. Ну давай попробуем. Попробуем разломать хотя бы одного врага. У нас это получилось. Давайте попробуем. Вот я вот этих врагов хочу разломать. Как же хорошо. А, еще могу? Прикольно. Это что за имба? Вау! Так, а все? Ну там один остался, вонючка. А, во, еще вот тут мелкий остался. Это такая имба! Лол. А, ну я обязан, да? Блин, прикольно сейчас было. Ну, давай вот это. Разломайте 10 врагов одним членом команды за один ход. Класс. Я получил удовольствие от процесса разломательства. Так, подожди, а тут что? А чё это я не взял? Блин, по, давай-ка ты назад срули, ладно. Забери вкусняху. Так, ты еще можешь походить? Давай ты своим ходом вот что сделаешь. Сделаешь немыслимое. Как выражаются наши глубинные товарищи. Так, допустим. Что это только что было? Видимо, что-то получило урон. Я вот не хочу за нее получать урон, поэтому давай перезарядись и чешик ты обратно. Нет, не стреляй, чеши обратно, давай. Так, госпожа Джуди, ваш выход. Хорошо. Пин Лесли. Добейте этого говнюшонка. Так, окей. Влево нам не спуститься, но мы можем спуститься прям в самый-самый низ. Ну, давайте спустимся, посмотрим, хорошо. О! Здесь есть кайфецкий. Давайте же его заберем. А, ты не можешь? Ты не можешь.
Ну окей, вставай тогда сюда. О. У-у-у, кайф. О, вообще, может рядом с Джуди встать. А шо по господину Уэсли? Так, шапочка и мешочек. Так. А, я с тебя начинал, получается. Ну окей, допустим. Кто здесь? Ага. Кстати, а, я не могу за Весли сыграть. Ай, блин. Как это? Но, я знаю, что могу сделать? Я могу сделать вот так вот раз. А, подойти вот сюда. Даже вот сюда. Эта штука требует очко действия. Так что... Давайте мы, наверное, сначала... А зачем? А это что? Ходу ваше основное оружие стреляет дважды, но разряжается. Ходу ваше... То есть я могу четырежды сейчас по вам садить или как? Или что? Ну ладно, сыграем вот это. Да подожди. Надо же встать грамотно. Вот сюда. Не слишком грамотно получилось. Но вышло, как говорится. Вот. Придираться не будем. Так, ты наш 8-12, а тут на 2 больше получается, да? Ну давай. Ага, тут никак. Как? Почему? Хорошо. Лох! Все, и не двигайся. Тварь! Вася, все из-за тебя, между прочим. Ты должен был с одним из них сделать непотребство. Вот такое вот. Опс. И все. 9 ходов. А что так много? Мне кажется, слишком много ждать приходится. Так, подожди, дай другие поработают. Ну-ка. 3 и... Пошел в сраку. А, я понял, по 25. Это что? Идите в сраку. Я бы, если знал, ни за что бы не позволил. Что за бред? 25 хп. Это как вообще? Как можно с R? Так, ладно. Значит, мы не торопимся. Ну иди сюда, вот, да, давай. Возьми вот здесь ништяки. О, ты можешь это сделать по области, годится. А почему... Давайте не будем торопиться, окей. Заберем все, что имеется. И спустимся вот сюда вниз. Вот. А, вот здесь еще. Можно вправо. Давайте, может, тогда вправо лучше пойдем. Мне интересно, что там справа. Так, возьми вкусняху. И иди направо. Так, погнали. О, так лучше. Так серьезно лучше. Мы так к ним зайдем прямо в бочину. И нам будет проще до них добраться. Мне нравится. Да, погнали. Все, все могут ходить? Вот они.
чертяги. Значит, смотрите, давай сначала за... Да? За... Да. За пос играем. Скажи, пожалуйста, это у тебя свободные действия? Свободные. Это хорошо. Сначала мы за тебя вот сюда доберемся. Или лучше сюда добраться? Эй, я думаю, лучше сюда. Сначала я хочу с этим коконом разобраться, потому что это какая-то жесть, ребят. Я не подписывался на то, чтобы сражаться с тварью, у которой 25 хп. Не надо нам такого. Так, дальше господин Уэсли. Вы делаете раз. Подожди-ка, это требует? Это требует действия. Это свободное. Ну, окей. Бамс. И теперь ты встаешь сюда, получается. Делаешь удвоенные. Годится. Вот почему у тебя всего 6 хп, объясни мне. В чем твоя проблема, брат? В чем твоя проблема? Тишка, Вэс. Так, ну, иди к Джуди. Так, ну что, мы готовы? Надеюсь, что да. Там еще что-то внизу есть. Блин. Так, ну смотри. Опять же, за пони получится. Или получится. Или не получится. Не вижу вариантов за пол сыграть. А хотелось бы увидеть хотя бы один вариант, потому что... А тут такая срака просто выпрыгивает. Ну, ладно. А, подожди, я же за тебя могу это отыграть. Хорошо, давай. Тачку действия. Окей, Джуди, давай сейчас доберемся сюда. Дальше. Бешеная пушка. Окей, теперь играем за пол. Ну, за пол можно, кстати, сюда встать. И хорошенечко по кому-нибудь насечь. Да, я бы хотел по вот этой сране. Так, ну и в целом, да, можно получается... Ай, никак. Ты же такой медленный-то, дружище. И я не впечатлен. Ладно, погнали. Мимо, это хорошо. Мимо, это хорошо. А эта тварь не дойдет. Ах ты, сука такая, дошел. Но мы сейчас можем за тебя снять этот, как его. Или не можем? Не, не можем, потому что нужна перезарядка. Блин, обидно. А, подожди, так на тебе и нет заражения, не надо ничего снимать. Окей, допустим. Давай тогда сделаем так. По. Перезаряжайся. Не, никак, да. А так? О, а так? Как? Но, блин, 10-14. Что по тебе, дружище? А, ну есть свободное действие, кстати, да. Так, хорошо. Ты можешь встать сюда и втащить. Давай так и сделаем. Встаем сюда и втащим. И посмотрим, что получится. А это требует очко действия.
сука, 2 урона. Обидно. Но они оказались лалье, и это хорошо. Ну, естественно, ты... Естественно, это будет минимальный урон, твари. Вижу. Так, у меня теперь осталось 7... А, ну так, а мы почти что пришли. Нам буквально чуть-чуть вверх подняться. Щелкни-ка по нему с кулака. Мудак. Так, меня очень интересует, что находится вот здесь. Это во-первых. А во-вторых, что мы тут забыли? Что мы тут не... Мы не взяли целый мешок. Надо исправлять. Это нехорошо. Так, тут навалили говна. Поэтому я пока что ничего не могу делать. Мои руки связаны. Так, иди вот сюда, хорошо. Но не торопись. Давай тогда Уэсли сюда еще встану. Ну, Уэс. Уэс! Не томи, пожалуйста. Так, окей, по. Давай посмотрим, что у нас здесь. Ага. Годится. Тут у нас мешочек. Ну, можно попробовать в целом. Так. Превосходно. Похоже, ресурсы целы. Возьмем, что нам полагается. Ну, естественно. Естественно, сработает тревога. Так, ресы есть здесь. Приятно. Идем наверх. По. Апо не может ходить. А позже будет Апо ходить. Ой, блин, откуда? А. Ну, это ладно. Он там пока до меня доберется, 100 лет пройдет. Вот. Мне очень нравится, что ты можешь добраться аж до сюда. Угу, вижу. Кто-то может это забрать? Ты можешь. Но давайте посмотрим, что может товарищ Уэсли. Товарищ Уэсли может тащить? Да, может же. Ну, боюсь, это будет чревато, поэтому давай-ка все-таки ты вот сюда сейчас подойдешь. И поэтому собаке, ну, прямой наводочкой. Бац. Хорошо. О, противник не появился. Это просто прекрасно. Да, давай. Чудесно. Вы как раз вовремя. Скорее на борт. А куда на борт? Да почему сюда-то? Ой, да вы издеваетесь, коты! Ну что это такое, игра? Ну это нечестно. Так, ладно. Постарайся от них скрыться. Да, куда-нибудь сюда, наверное. А вот что вам, пацаны, делать? Ну вам, получается, только снизу получается на них. Как-то вот так. Какое безобразие. Кстати. Так, тогда подожди. А может быть лучше тогда и сверху. Ты ж смотри. Ну да, в целом допо недалеко. Давай тогда сверху, действительно.
сейчас эти черики пускай разбредаются в разные стороны. Да, Весли, ты будь здесь, мы тебя обязательно применим в нужный момент. Так, меня очень радует, что эти штуки так находятся. Это весьма приятно. Так, ну смотри. В целом, какие у нас варианты? Я хочу вот что попробовать. Да, мы все сейчас получим заражение. Ну и хрен бы с ним, с этим заражением. Я делаю раз. Я делаю два. Это свободно есть? Нет, это очко. Очко — это плохо. Я делаю три. И я делаю четыре. Если эту штуку... Так это вообще кайф. Получается, если эта штука не активирована, она не взрывается. Но это же супер. А почему нельзя на этих малышей-то? Ну, обидно. Хотелось бы, знаете ли. Так, ладно, ты получишь за это. Ничего не поделать. Но ты можешь вот так вот тащить по всем. Ну, ты просто вставай сюда. Какие проблемы? Если там 100 лет будут... Are you bad bot? Окей, получилось все равно на изич. Все равно победа на изичах. Ой, ой. Икс, сплошные иксы. Всегда мечтал сказать, подрываю. Увеличение прочности — это хорошо. Пеленочка там какая-то появилась еще. Джуди. Джуди у нас теперь лазутчик с легким шагом. Кайф. Ой, по сейчас много получить должна. Хорошешно. Да хорошешно же. Кто это? Пистолет, пулемет атомиков. А, это для жнеца. Блин, прикольная штука. 8 урона. Плюс 6 шестеренок. Здорово придумано. А это что? А, ну это просто головной убор. Угу. Так. А, это нам открыло путь дальше. Понято, принято. Ну, смотри, тут какие-то обломочки валяются. Засранцы! А чё вы уплываете-то? Сыкуны, что ли? Сыкунишки. Так вот. Где ты там, черт? А, он умер. Хорошо. Па-па-па-па-па. Чё у нас здесь? Ничего. Цвет. А, нет, есть еще он проход. Дальше. Куда же это нас приведет? Ага! Это нас приведет к заданию, которое мы, к сожалению, не можем выполнить. У нас не хватает бойцов. Ну да ладно, но мы еще вернемся. Бамс, бамс. Что тут еще есть у нас? Тут можно наверх поплыть. Уничтожьте вражеский корабль, отскочившим от вас снарядом. Потрясающе.
Так, все, я понял, надо уходить. Тот самый фух. Задолбал, ей-богу. Ай. Так, ну погнали. На, тварь. Годится. Что, тут еще есть что поблизости? Пока что не видно. Спокойно. Что происходит? Это что за жесть? Уходим! Уходим! Отступаем! О, жестко. Это очень жестко. И чё? Я не знаю, продолжает идти, что-то такое. Говно мне насрались. Так, ладно, я понял, туда мы не идем пока. Там жестко. Я понял. Это просто срань, которая по мне насекает всяким говном. Хорошо. Ладно. Что-то, блин, длинные какие-то туннели, а станции вообще нет. Пойдемте тогда, наверное, отдохнем. Да. И потом уже вернемся. Сколько всего звезд? 42! Ну, 5. Это сколько? 13 будет ядрить тут заданий. Ой, ну ладно. Ну, по крайней мере, враги стали поинтереснее. Челленджух пошла. Братух. А, это что? И... Прикольно. Сейчас я хочу проплыть, посмотреть, что там в самом конце. Что-то страшное. Ага. Жуткое место, капитан. Здесь мы Кракена никогда не найдем, если только он сам к нам не приплывет. Лучше вернуться в безопасные воды. Блин, ну так хочется. Ну ладно. Много чего добились. Давайте вернемся в прибежище. И... что-нибудь купим и отдохнем. Я бы с полным ХП сюда поперся. Погнали. Дай отдохну, братишка. Так, ни хрена себе, 36-30. Еще одно оружие атомиков можно, однако, найти. Это было бы хорошо. Но, блин, для этого, я так понимаю, надо подниматься наверх, забирать все вот эти вот жетоны, которые от кораблей, от сундуков. Это такая дрочня, ребят. Вот. Я тебя понимаю, Darknex, сейчас. Мне уже не хочется все это прям собирать. Так, не, подожди, забей, не это. Вот же более выгодный вариант. Да. Ладненько. Давайте, наверное, на сейчас заканчивать. Я думаю, выйти со стримцом еще вечерком. Вот. Либо завтра выйду со стримцом. Посмотрим, посмотрим. В любом случае, стрим на этих выходных еще точно будет. Сейчас я постримил 3 часика. Этого для меня вполне достаточно. Мне понравилось. Новая локация в целом неплохая. Но, как я уже сказал, игра начинает немножко поддушивать. Потому что
одни и те же комбинации. Вот, ничего нового не привносится, лишь только старое улучшается. Тем не менее, спасибо всем тем, кто смотрел. Если вам понравилось, пожалуйста, подпишитесь на мой Twitch канал. Если вы посмотрите это видео на YouTube, подпишитесь на мой YouTube канал, поставьте лайк и оставьте комментарий под видео. Также подписывайтесь на телегу, там я выкладываю уведомления о грядущих стримах. Всех люблю, всем пока! Совсем забыл.